Всем привет, вы на канале Софиечка! И что Софиечка будет делать? Показывать игрушки. Какие? Вот такие, вы уже видите, вот такие. Это вот игрушку, кто подарил. А что это, покажи? Бабушка, вот такой вот покемончик. Этот я игрушку нашла. Где ты нашла такого? На площадке. И что это за игрушка? Такой вот тюленик миленький. Маску морской тюлень. А это лошадка. Угу. Это еще одна лошадка. Поняла. Во, смотрите, какая мне подделка. Я сама ее сделала. Подделку. И кто тут у вас? Это песик, это котик, а это деревушки с травкой. Красиво? Угу. Невероятно. Ну, какие еще игрушки у тебя? О, собака. Это как его зовут? Не хочу. Скажи. Тигренку. Садится на дерево. Непонятная кукла Лёль. Почему она непонятная? Потому что она была какой-то подделкой. Там кладыш был непонятный. Просто обычный крест и все. Да ты что? На обычной бумаге были. То есть попала себе поддельный кукла Лол? Да. А это я поменяла тело кукле Лол. Куклину Лол. То есть оставила голову, а тело с другой куклой, что ли? Да. Из Лол. Голова из Лол, а тело из другой куклы Барби. Только другой. Барби дочки. А вот это вот кто? Угадайте. Тоже какой-то пес. Песик. И что и щенки? Какие щенки? Патруль. Щенячий патруль. Это из щенячьего патруля. Это? Тоже. Там же кого-то Райдер зовут, кажется, кого-то еще как-то. Райдер это зовут капитана его. Мальчика, да? Угу. Это кто? Я не помню. Мы давно уже смотрели вот это с тобой. Крепыш. Крепыш, точно. А это... Скай девочка была, я помню. Да, вот. Где Скай? Потерял Скай. Нет, вот она. Вот Скай. Она. Точно. Райдер, Крепыш. Это собака не Скай. Ой, там... Я не помню остальных. Тоже. А вот еще какая-то зеленая у тебя, я вижу, лежит собака. Вот кто это? Где зеленый? Вот. Я не поняла, где зеленый? Ну вот, зелеными этими. Это собака-чинилка. Собака-чинилка. А давайте все построим их, чтобы они лежали. Лягут, будут отдыхать. А знаете, кто летает? Она летающая? Да. Наш, кажется, помогает это, ну, как и доктор. Какой доктор? Ну как какой? Она их там лечит, если что, или нет? Вот так лечит. Этот лечит, точно. И тушит пожар. Это пожарник, да? Это вот синенький, это полицейский, да, кажется? Крепыш, он завалы расчищает, он большой, да? Угу. Это он, она летает, смотрит на город. Он подводный, он пожарный. Он полицейский, а он копатель. Угу. А он ремонтник. Он ремонтник, да, точно. Ремонтник. Этого спасателя надо положить сюда. Вместе с женщиной. А знаете, они могут... Он может под воду и летать даже. Под воду и летать даже он может. Да ты что? А этот просто летать. Этот спасатель. Ремонтник уже лег. Эй. А у этого чуть-чуть поменьше. Лапки у этого. Дай-ка посмотрим, какие они у нас. А у этого тоже чуть-чуть
Вот это вот такие вот. Они все. Все, они, у тебя вся команда получается в сборе, да? А там же еще какой-то был, кажется, этот хаски. Такой, он с севера к ним в гости приезжал или нет? Ну, у меня такое нету. У тебя нет такого? И райдера мне Дед Мороз не дал, и эту. А райдер у тебя был? У тебя, помню, райдер был, и ты просто, у тебя ножки у него сломались. И где-то он потерялся. У тебя, кажется, была полностью команда, только, наверное, без этого Сноу. Да, без Северной не было у меня Северной. А я смотрю, у тебя еще какие-то пони есть. Обычные поняшки вот такие вот, они пушистенькие такие. Ну, это не только такие, у тебя вот еще, у тебя вот такая же есть еще, да? У нее переливаются крылья. Ух ты, покажи. Ты, я помню, была вообще фанаткой поней всех. Много-много у тебя. Сколько их? Я не поней была фанаткой, а какой? Гарри Поттера. Ну, Гарри Поттера понятно. А нет, а эти, там Рейнбоу Дэш и всякие. И Искорки. Где, покажи. Это она. А это кто? Вот это кто? Это Рарити. А я мечтала изобрести Искорку, только не, это не Искорка. Это не Искорка? Почему? Да, у нее не такая знак отличия. У Искорки звездочки, а это шарики. А у тебя же какая-то еще есть большая пони. У тебя даже несколько. У тебя еще есть плюшевая пони где-то. И большая. Где она у тебя? Вот, у меня есть большая Искорка, только она плюшевая. Да? Вот большая Искорка, только она плюшевая. Ого, покажи. Вот такая. Какая большая Искорка? Она плюшевая. Моя самая любимая. Но и с ней спать неудобно, да? Нет, удобно. Только она щекочет чуть-чуть. Нет, это была большая. Вот это вот большая. А кто это большая? Пинки Пай. Она же, кажется, даже была музыкальная, да? Да. Пока ты не искупалась с ней. Нет, она чуть-чуть когда работает. Тогда она захочет, работает. Она куда-то выдевалась. Кто? Пони другая. А это не поет. Это не поет? Дырочка в нее. Она была, аж кажется, там в этой дырочке же был, кажется, механизм. Мы потом убрали, когда он намок. Что он опасен стал. Да. А у меня была другая, темная. Темная? Да, я что, не помню. Темная. Сразу с цветными волосами. Может, маленькие какие-то вон там еще, я вижу, лежат. Где? Или нет? Ну вот там в киндерах нет. Нет, она большая. Она большая? Может, тут? Нет, тут. О, вот, все-таки. Вот маленькая Пинки Пай. А, покажи. Вот маленькая Пинки. Нашлась Пинки. Наша Пинки нашлась. То есть у тебя большая коллекция по ней, правильно? У меня две. Разных. У меня большая. И практически все есть щенячий патруль. У меня маленькая и большая Пинки. О, у меня... Большая Искорка. И маленькая есть, да? Это не такие маленькие. Это моя самая любимая. А вы знаете, я уже написала письмо Деду Морозу. Да ты что? Я и ты много уже попросила? Куклу. Может, это вообще должен быть секретом или как? Нет, это не секрет. Это не секрет? Секрет. А какую ты куклу попросил Деда Мороза? Пинки Пай. Ну как ты сидишь, Софийка? Пинки Пай, как человек Пинки Пай. Попросила. И еще у меня есть... А я подарю... А я бабушке... Только, не, только один секрет. Да ты что, у тебя секреты есть? Есть для бабушки. Ну тогда не будем его рассказывать, правильно? Это секрет. Я только папе. Пап, нет, это секрет. И от папы тоже, да? Это секрет для бабушки, а вот для папы нет и для... Что ты делаешь, Софийка? Пойдем, не трогай, будем, пожалуйста. Снимать, пойдемте. Что? Будем... Я покажу вам... Только место секретное вам нельзя видеть. Может, не будем показывать тогда? Покажем. Ох, эти девочки секретницы.
Вот. Что это такое у тебя? Ты там что-то создала такое? Вот. А вот это вот это бусы-колокольчики. Ух ты, создатель. И любишь вот творить? Картина такая. Покажи картину. Вот. И подписали бабушка. Угадай. А ты умеешь писать сама? Это папа подписал мне. А ты еще не научилась, вот да? Вот кто снимает. Папа снимает. Он написал. Ну, хорошо. Вот кто снимает. Ну что, будем говорить всем пока на сегодня? Нет, я его не хочу еще показать. Ой, колокольчики куда подевать? Мы нам надо их спрятать тоже. Я хочу вам только еще показать. Wait, это теперь не секрет. А теперь мы другой секрет на место положим. Софичка, давай говорить всем пока. Не Софичка зовут, а Зария. Ну, София, давай говори пока всем. А у меня часы есть. А, все, последние, да, часы. Покажи часы, какие у тебя часы. Ух ты, все. Всем похвасталась. Мне мама подарила. Мама хорошо. Дала. До свидания. Я пошла. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Подписывайтесь.